Всех приветствую. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием «Тонущий город». Так что всем приятного просмотра. Ля, какая у нас борода. У тебя борода, я скажу тебе да. Она у тебя желтая? А не, нормально. Так что всем приятного просмотра. Не забывайте про лайкосики, подписку и про ваши комментарии. Так что давайте разбираться, что у нас здесь происходит. Так, ага, пружинки. Я так понимаю, мы с вами будем что-то крафтить, да? Так, здесь у нас уважаемый мистер Рид, письмо, ага, но вам повезло, кажется, мы нашли причину вашего недуга, а также человека, который может вам помочь. Собирайтесь, приезжайте в Окман, я только сможете, встречу вас, хорошо. То есть, я так понимаю, что у нас главного персонажа, да, у нас главный герой, какая-то психологическая травма. Надеюсь, он мне не понадобится. Но что-то мне подсказывает, что зря надеюсь. Кукуха, по-моему, да, у него поехала. И мы будем с вами... Ключевые улики найдены. И будем с вами с этим разбираться. Никогда не верьте рекламе для туристов. Да, согласен. Так, фотоаппарат. Фотоаппарат у нас находится вот здесь. Щелк. Все, правильно? Да, фотография трофея. Хорошо. Не знаю, давайте пощелкаем все подряд. Мало ли, может нам это пригодится. А? Бонжур? Дондесталь о библиотеке? А теперь убирайтесь. Ты че такой борзый? А теперь убирайтесь. Ага, я тебя запомнил, падла. Ходи, оборачивайся. Мистер Чарльз Рид собственной персоной. Наконец-то. Очень рад вас видеть. Приятно познакомиться. Йоханнес Вандерберг к вашим услугам. Я же обещал встретить вас, как только вы прибудете. Весьма признателен, мистер Вандерберг. Простите, я не воспринял ваше обещание так буквально. Для вас просто Йоханнес. О, где же мои манеры? Добро пожаловать в славный город Окманд. К сожалению, он сейчас переживает не лучшие времена, хотя и очень важные. Так, насчет моей проблемы. Вы сказали, что знаете того, кто может мне помочь. Мои видения становятся все хуже. Здесь, в Окманте, такие яркие видения в порядке вещей. Кстати, вам повезло. Я имел в виду Роберта Трагмортона, а он как раз в порту. Он посвятил много времени и сил изучению этого феномена, но, боюсь, сейчас у него проблемы посерьезнее. Где мне найти Роберта? Как мне найти мистера Трагмортона? Не волнуйтесь, вы его сразу узнаете. Трагмортон, скажем так... не похож на других. Это в каком смысле? Ты какой-то не такой? Трогаешь губой, да? Так, мне нужно где-то остановиться. Мне нужно где-то жить, пока я здесь. Может, посоветуете гостиницу? Не волнуйтесь, я уже приготовил вам уютное гнездышко. На ваше имя забронирован номер в гостинице «Риф Дьявола». Вот ключ. Звучит заманчиво. Не судите книгу по обложке, мистер Рид. Хорошо, как мне добраться до Рифа Дьявола? На чем лучше передвигаться по Окманту? Я хочу оставить вещи в гостинице. Местные в основном ходят пешком или ездят на лодках. Лодку я вам приготовил, вы найдете ее возле порта. Вы очень любезны, Йоханнес. А как мне доплыть до Рифа Дьявола? Вот, возьмите карту. Я отметил на ней гостиницу и еще несколько важных мест. Так, что еще вы отметили на карте? Еще несколько мест? Каких? Ну, вы ведь частный детектив. Я отметил полицейский участок, городской архив, редакцию газеты. Они пригодятся в ваших расследованиях. Город отрезан от мира, и многое здесь не очевидно. Никто не будет водить вас за ручку, вы должны сами искать информацию. Ну да, я ж прям как Бэтмен Шерлок Холмс, да? Чем вы здесь занимаетесь? Чем вы занимаетесь, мистер Вандерберг? Я возглавляю философский клуб, в котором собирается местная интеллигенция. Они слетаются ко мне, как мотыльки на пламя свечи. И многое осталось в Окманте. Короче, херня страдает, я понял. Без боли нет сознания, мистер Рид. В тяжелые времена все становится кристально ясным. До побачення. Что ж, пожалуй, мне пора. Спасибо, что помогли сориентироваться. Не за что, мистер Рид. Был рад помочь. Да, и еще. Как мне с вами связаться? Об этом не беспокойтесь. Я сам вас найду. Это ты на что намекаешь? Так, карта М, нажмите Т.
Space. Так, карта М. Давайте смотреть. Та ты шо. Ребята, так понимаешь, что запись этой игрульки будет, да? Серии на 200, наверное. Так, это лодка здесь. Ага. А, ладно, с этим будем потом разбираться. Давайте нажмем буковку Т. Так, журнал. В журнале хранятся основные дела, которые отображаются на вашем... На ваше продвижение по сюжету. Вы можете расследовать несколько дополнительных дней на одновременно. Дела. Ага, содержит информацию. Так, поговорить, использовать предмет, сделать фотографию, поискать в архивах, осмотреть место. Ага, улики. Так, закрепите улики на экране, чтобы не забывать о текущей цели. Нажмите X, чтобы включить, выключить. Угу. Разместить улику на карте. Давайте попробуем, как отсюда выйти. Так, где у нас X? Вот у нас X. Ну, нема. Ладно, журнал. Ключик есть. Уважаемый мистер Рид. Хорошо. Погоди. Погоди, погоди. Так, внутренний взор позволяет вам видеть... Незримое. Ага, понимание знаков. Чертоги разума на буковку С. Так, дополнительное дело, холодный прием. Так, открепить улику, разместить на карте. Давай. Удалить. Ладно, давайте по... С тобой больше надо говорить о чем-то. Мы еще встретимся. Понял. Давайте продвигаться дальше. А по ходу игры потом определимся. Так, у нас здесь кирпич. Ага, пехаль. И фотоаппарат. Понял. А по ходу игры мы будем разбираться. Ля. Что там, чувак, болеешь? Так, не туда. Присесть, понял. Где стали библиотека? Ой, прости. Конец близок. Все начнется заново. То, что внизу, поднимется наверх. Семя посеяно. Понял. Понял. Уходим отсюда. Да ты шуля какой. Так, мне нужно найти Роберта. Это не ты, Роберт? Мне плевать на ваши жалкие отговорки. Никто не покинет порт, пока не найдется мой сын. Это мое последнее слово. Простите, вы Роберт Трогмортон? Да. Но вы мне не интересны. Уходите. Меня зовут Чарльз Рид. Я частный детектив, только что из Бостона. Мне посоветовали обратиться к вам за помощью. Частный детектив, говорите. Пожалуй, мы сможем помочь друг другу. Так, что случилось с вашим сыном? Что вам известно о видениях? Вы выглядите необычно. Вы выглядите необычно. Не хочу показаться грубым, но я никогда не встречал человека, похожего на вас. Конечно. Обычные люди Трогмортонам не ровня. В наших жилах течет кровь благородных и сильных предков. Мой отец породнился с одной королевской семьей, которая наградила всех отпрысков своими утонченными чертами. Блин, прикольная борода, надо себе такую. Что случилось с вашим сыном? Можно узнать, что случилось с вашим сыном. А вам какое дело? Почему вы спрашиваете, чужак? Я же говорил, что я частный детектив. Искать пропавших людей — это моя работа. А. Альберт участвовал в подводной экспедиции, которую я организовал. А этот никчемный идиот говорит, что нашел его в шлюпке на берегу. Якобы он был не в себе, бредил и нес чепуху на каком-то неизвестном языке. А потом попытался его укусить. А вы ему не верите? Ни единому слову. Я же сам его вырастил. Альберт — сильный и умный юноша, великолепный представитель своего рода. Это совершенно на него не похоже.
Здесь замешаны инсмутцы. Попомните мои слова. По-любому. Я слышал, что с вами можно поговорить о видениях и вспышках истерии. Я пытаюсь выяснить их причины. Ну вот, еще один приезжий со своими проблемами. Я знаю, о чем вы. Можно задать вам несколько вопросов? Какая наглость! У меня пропал сын, а в этом проклятом городе никто и пальцем не пошевелит. Да, конечно, давайте поговорим о ваших видениях. Ты же сам сказал, в лодке нашли, и куда он мог пропасть? Как я понимаю, вы не очень-то любите инсмутцев. После того, как полиция сравняла инсмут с землей, рыбоморды и уроды перебрались сюда. И теперь эти мерзкие мигранты заполонили полгорода. Порт, Гримхейвен Бэй, Салвейшн Харбор, Шеллс, они повсюду. Значит, они просто беженцы. Если бы. Они оставили местных рыбаков без работы, буянят на улицах, настраивают горожан против нас. А ведь семья Трогмортонов — опора этого общества. Не говоря уже о том, что уровень преступности взлетел до небес. Инсмутцы — просто огромная, вонючая куча неприятностей. Какое у тебя ЧСВ, чел. Так, я могу поискать Альберта? Мистер Трогмортон, давайте я вам помогу. Я умею искать пропавших людей и найду Альберта. Откуда такая уверенность? В Окмонте приезжим приходится не сладко. Скажем так, я умею замечать то, чего другие не видят. И потом, что вы теряете? На вашем месте я бы обрадовался любой помощи. Вира, вы правы, приезжий. Так, что такое Вира? Ну, это как Майна, только Вира. Простите, вы сказали Вира? Что это значит? Если хотите освоиться, привыкайте к местному диалекту, чужак. Это потрясающая смесь разных наречий. Вира значит хорошо. Я имел в виду, что мы договорились. Ясно, спасибо. Расскажите подробнее, что случилось с Альбертом? Дейн, вы что, не слушали? Я уже все вам рассказал. После того, как Альберт покинул экспедицию, его нашли в шлюпке на берегу. Рыбак якобы отнес его к себе домой, а потом пошел звать меня. Но когда я пришел, моего сына уже нигде не было. Еще что-нибудь? В доме явно случилась беда. Перестаньте тянуть время, идите туда и посмотрите сами. Так, где дом рыбака? Давай пойдем посмотрим. Где дом, в котором все произошло? И вы еще называете себя детективом? Мы же стоим прямо перед ним. Слышь, ты б не умничал, морда, будешь сам искать его, понял? Та шлюпка, о которой вы говорили, еще здесь? Да, повернитесь лицом к дому и слева увидите забор. За забором пляж, шлюпка там. Я бы с удовольствием поболтал с вами еще, мистер Трогмортон, но мне пора заняться делом. Скорее найдите моего сына, чужак. А ты мне что за это? Так, новая цель. Хорошо, Т, чтобы получить больше информации. Давайте нажмем Т. Больше информации. Улики. Карта. Спасибо. Спасибо. Бонжур. Я уже рассказал все, что знал. Понял. Так, на всякий пожарный. Ой, простите, я все забываю, что не на Ешку говорить. Не делайте глупостей и держите руки на виду. Понял. Так, давайте посмотрим, где у нас лодка. Где у нас тут лодка? И можно ли тут что-то лутать? А потом пойдем в дом рыбака. Так, погоди, мы ж пришли с этой лодки, или это не это? Или это не эта лодка? О, бонжур. Будем все фотографировать. Короче, обманул нас этот мужик. Нету здесь никакой лодки. Ладно, идем тогда в дом. О! Здорово.
Погоди. Ты чего? Ну погоди, дай с тобой поговорить хочу. Не делайте этого, сэр! Донде стала библиотека. Где лодка? Эйгл и Тейн! Почекай, ротатуй, почекай. Почекай. Ротатуй. Ладно. Почекай. О, курва. Яке быдло. Ладно, идемте в домик. F, чтобы включить фонарик. Хорошо, давайте смотреть. Что тут есть, чего тут нету? Бонжур? Не, наверное... Надо, наверное, сюда и пройти. Я просто не знаю, первый раз играю в эту игру, и можно ли здесь что-то лутать, либо нельзя. Так что давайте будем смотреть. Привет. Ну посмотрим, что вы найдете. А ты тут зачем? Так, погоди, не то. Погоди, не то. О, бонжур. Погоди, а что это? А, понял, что это светится. Привет. Как оно? Эй, привет. Ты меня слышишь? А, моя голова. Что вы? Кто? Полицейский? Я уже все рассказал. Нет, Бэтмен. А... Успокойся, я Чарльз Рид, частный детектив. Меня нанял мистер Трогмортон, я ищу его сына. А, ясно. Что вы хотите знать? А ты догадайся с трех раз, если меня наняли найти сына пропавшего, что я хочу узнать? Я хочу узнать, что здесь произошло, во всех подробностях. Я почти ничего не помню. Мы были здесь втроем. Я, Пол и Льюис, мы тут живем. Барри куда-то ушел по своим делам. А потом он вернулся с сыном Трогмортона. Тот был без сознания, едва дышал. Барри пошел звонить мистеру Роберту. А потом? Мы уложили парня в комнате Льюиса, и тут он стал издавать ужасные звуки. Кей, у меня голова чуть не лопнула. Потом он очнулся, и больше я ничего не помню, только видение. Затопленные улицы, спящий гигант, голос, который меня зовет. А... Мне это знакомо. Кто ты? Расскажи о себе. Меня зовут Уилл Хэммонд, я рыбачу. Бедняга Пол, Барри, этот... Инсмутят с Льюис Флинт, тоже рыбаки. Мы жили тут все вместе. Перебрались сюда после потопа. Я раньше работал на железке, но она приказала долго жить, и мне пришлось ловить рыбу, чтобы не умереть с голоду. А где все остальные? А где все остальные? А, Пол вон там, на полу, храни-ка его душу. Барри снаружи с мистером Трогмортоном. Ему повезло, что он все пропустил. А куда делись Льюис и младший Трогмортон, я не знаю. Боюсь, это все плохо кончится. Ты видел, как погиб Пол? Нет. Когда я пришел в себя, он уже был мертвый. Кей, помилуй его душу. Кто такой этот Кей, которого ты все время упоминаешь? Не богохульствуйте. Кей — это Господь Всемогущий. Наш свет и спасение. Прости, я не знал. Мне пора идти. Береги себя, Уилл. Детектив, пожалуйста, скажите мне правду, сэр. Это... Я убил Пола? Кей, неужели я его убил? Пока не знаю, Уилл. Полиция не позволит никому войти или выйти, так что просто отдохни немного. Я боюсь того, что мне может присниться. Да по-любому ты. Так, все. О, здорово. Батя, нормально? О. Рыбачишь? Так, давайте сделаем фото. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Согласен. Так, погоди. Ага, вы видели видение? Кто-то с пехалем. Это что такое? Кто здесь? Что здесь происходит? Чух-чух. Чух-чух.
Так, металлолом, хорошо. Мне нужно найти Роберта. Так. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Я понял, только почему нам челик с этим, с пушкой? Странно, что они не повесили сюда чей-нибудь портрет. Показался видение. Так, внутренний взор. И нажмите Т, чтобы получить больше информации. Одновременно? Так, в журнале хранятся улики, карта, внутренний взор. Так, если вы замечаете искажение в углах раны и слышите звон, используйте внутренний взор. Он сможет показать вам образы прошлого. Угу, угу. И зажмите, чтобы увидеть полную картину. Хорошо. Кигран, Кигран, Гебхай, Нунги, Нафтагн. Прикольно, прикольно. А что еще тут есть? Никогда раньше не видел таких ножей. Искусная работа. Согласен, так что у нас похоже, здесь? Жители Окмонта не особо соблюдают сухой закон. Так вот, как выглядят инсмутсы. Красавчики. Так, погоди, мы можем еще раз посмотреть. Ира, Ира, давай. Кигран, ну, да. Кигран, Гебхай, Нунги, Нафтагн. Это эти, как его, твои тиммейты World of Tanks. Так, ладно, выходим, да? Они тоже любители, так. 5 карт для фулхауса не хватает. Согласен. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Ага. Так, у нас что-то с вами тратится. Вон синяя штука. Ладно, давай зайдем посмотрим еще раз. Может, чух-чух. Что-то упускаю, чух-чух. Бонжур. Ну посмотрим, что вы найдете. Так, это что такое? Пружины, моя тряпки, голова. Спирт. Голоса не замолкают. Мне нужно найти Роберта. Так, давайте нажмем эмочку. Эмочку, эмочку, эмочку. Так, чертоги разума. Ага. Вражду между тобой. Один из рыбаков пропал. Один из рыбаков пропал. Альберт вернулся безумным. Так, после экспедиции Альберт вел себя очень странно. Он был словно одержим. Нападал на людей. Нес какую-то чушь. Не? Заключение? Так, объедините зацепки, чтобы сделать заключение. Так, внезапная вспышка безумия. Нет, не то, да? Так. А если так? И так, не? Ага, мы что-то сделали. Так, один из рыбаков. Когда Альберт очнулся, в доме было трое рыбаков. Но я нашел только двоих. Так, когда Альберт очнулся, это не то. Когда Альберт очнулся в доме, было... но я нашел только двоих. Один из рыбаков пропал. Я неправильно, да, делаю? Я что-то неправильно пока делаю. Погоди, 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 погоди. Что тут надо делать? Знание, фотография, фотография, письма, документы.
Так Альберт распространял вокруг себя безумие. Ага, Альберт каким-то образом задействовал на психику окружающих. Хорошо. Я без понятия, что нужно делать. Так, после экспедиции Альберт вел себя странно. Уже давно враждуют между собой. Очнулся в доме, было трое, только двоих. Я без понятия, что тут происходит, если честно. Без понятия, что здесь происходит. Мы что-то с вами натыркали, конечно, но... Нужно очень постараться, чтобы сдвинуть этот шкаф с места, не говоря уж о том, чтобы опрокинуть. Так, получить больше информации. Погоди. Я что-то вижу. Ага, шикарно. Так, стоять. Что? Что происходит? Что случилось? Получай, обезьянья морда. Получай. Так, ага. Давай, беги. Так, посмотрим, что тут у нас. Давай, беги. Давай, беги. Хорошо, здесь один. Здесь у нас что? Стоять, иди сюда. Здесь два. Получай, обезьянья морда. Здесь три. Короче, учили кобыли видения, да? Происходит. И его мэхнули, я смотрю. Получай, обезьянья морда. Фотографировать не надо, не? Ладно, давай спустимся вниз. Мало ли, может тут что-то есть. Или навряд ли. Ой, сори. Так, ну он спрыгнул отсюда. Хорошо. И куда-то он должен будет пойти с... Куда-то он должен будет пойти. А куда только пойти? Я без понятия, что тут происходит. Алло. Игра, подскажи мне, пожалуйста. Нужно очень постараться, чтобы сдвинуть этот шкаф с места, не говоря уж о том, чтобы опрокинуть. Что здесь происходит? Так, хорошо. Улики. Улики, чертоги разума. Так, где тут чертоги разума? Давай чертоги разума зайдем. Ничего не добавилось, не? Нет, ничего не добавил. Что происходит? Два. Получай. Три. Давай, беги. Когда Альберт Трогморта очнулся, он был не в себе. Он напал на рыбаков и заразил их своим безумием. Потом его ранили, и он сбежал. Так, прикольно, новая зацепка, да, чертоги разума, нужно зайти, нажать буковку С и зайти в чертоги разума, хорошо. Так, когда Альберт ранили, он убежал, да, напал на рыбаков. Нет, не то. Так... Хорошо. Уже давно враждуют между собой. Ранен Альберт убежал из дома рыбаков. После экспедиции вел себя странно. Очнувшись в доме рыбаков, Альберт тут же напал на них. Ну вот. Ну да. Альберт был опасен и представлял угрозу для
его товарищей и Флина. Хорошо, это зацепки, да? Отлично. Так, дальше, когда Альберт очнулся в доме, было трое. Во, после драки Альберт и рыбак по имени Льюис скрылись с места происшествия. Я могу найти их с помощью моих сверхсильных способностей. Прикольно, прикольненько. Так, я могу найти Альберта. Так, ты сюда, да, побежал? Отлично. Куда? Туда, да? Давай смотреть. Хорошо, отлично. Потихонечку начинаю понимать, что тут происходит. Но я думаю, на серии 3, 5 мы явно с вами... Ой, божечки ты мои. Выясним, что здесь происходит. Так, не туда, да? Да, сюда куда-то. Так, помоечки покопаться. Погоди, нам нужно... Та ты шо, почекай, рататуй. Рататуй, почекай. Яке бытло. Ага, нам наверх надо, как нам сюда попасть? А вот как попасть, вижу. Вижу, вижу, вижу. Ну? Мне нужно попасть как-то... Или нет? Или не сюда? Так, стой, куда ты показываешь? Ага, вот оно, чуля. Гильзы. Значит, рыбак погнался за Альбертом. Даже несколько раз выстрелил. Значит, рыбак погнался за да, Альбертом. Да, погнался за Альбертом. Несколько раз выстрелил. Угу. Давай дальше смотреть. А где? Ты куда? Сюда? Нет, не сюда. Возвращайся. Вот, вижу. Даже раненый Альберт сумел забраться на такую высоту. Роберт не преувеличивал, когда говорил, что он очень силен. Так, как сюда залезть его? Направо, да, пошел? Так, здорово. Склад, отлично. В кармане что-то есть. Так, Льюис, пожалуйста, дай мне еще неделю. Я знаю, что должен вернуть тебе долг. Но сейчас на мели какие... Все остальные в порту, шныряют легавые, у меня мало товара. Но ты не волнуйся, я заключил отличную сделку с надежными людьми, и скоро у меня будут стабильные поставки. Ты только подожди еще недельку, я тебе верну все с процентами, Питер. Ёпты! Почекай, почекай! Рататуй, почекай. Все? Больше ничего мы здесь найти не можем. Ага, погоди. Ля, мы можем не спуститься. Прикольно. Давай посмотрим, что ждет нас внизу. Во, что-то есть. Пружины, гильзы. Дверь не поддается. Так, нажмите Т, чтобы получить больше информации. Так, а ну-ка, иди ты сюда. Иди-ка ты сюда. Падла.
Так, нажмите Т, чтобы получить больше информации. Не, нам нужно нажать, по-моему, букву С. О, зайти в чертоги разума. Давай смотреть. Так, он убежал. Люси погнался за Альбертом. Когда Альберт стал бегать, Люси погнался за ним. Продолжаю в него стрелять. Возможно, Люси решил убить Альберта, потому что тот... Ага, иначе он мог просто... Понятно. Ёб твою. Я просто не знаю, стоит ли тратить эти, как его потрошки напехали. Сколько у нас вообще их? 6 штучек. Я думаю, лучше оставить, да? Один точный выстрел в голову. Это не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Согласен. Значит, все-таки мы нашли тебя, да? Так, сфоткаем. Ключевые улики найдены. Отлично. Давайте посмотрим, кто тут еще есть. И побежали, расскажем. Отсюда. Так, чертоги разума. Угу. Так, рыбак, вероятно, убивший Альбера, покинул место преступления. Так, возможно, убийца Альберта. Ага, по имени Льюис, прячется в баре в порту. Хорошо, где у нас бар находится? Где у нас бар? Как у нас бар отмечен? Полиция, скорая, газета. Вот это, да, бар, наверное, или нет? Не знаю, посмотрим. Посмотрим, сейчас... Сейчас разберемся. Все, побежали обратно к этому белому плащу, который стоит в костюме. И расскажем, что случилось с его сыном. Расскажем, что случилось. Так, ваш сын убит. Мистер Трогмортон, боюсь, у меня плохие новости. О, нет. Я нашел вашего сына в подвале соседнего склада. Его убили выстрелом в голову, а тело спрятали. Мне очень жаль. О, нет, 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 нет. Я вам не верю. Этого не может быть. Нет. Нет. Врача, врача, позовите врача. Мои соболезнования, мистер Трогмортон. Я надеялся, что все кончится иначе. Бедный мой Альберт. Столько нашей крови пролито зря. Столько усилий на смарку. Ваши соболезнования его не вернут. Скажите, что знаете, кто его убил. Я хочу посмотреть убийце в глаза и заставить его молить о пощаде. Так, рыбак по имени Льюис. Похоже, его убил рыбак по имени Льюис. Альберт выбежал из дома, но Льюис погнался за ним с оружием. Значит, Льюис. Что вы о нем знаете? Вы были правы, он инсмутец. Вот теперь рыбоморды и доигрались. Когда я до них доберусь, они пожалеют, что посмели тронуть Трогмортона. Приведите ко мне этого выродка Льюиса. Он мне дорого за все заплатит. Сделайте это, и я вам помогу. Так, мне нужно найти Роберта. Ага. Сделайте, я вам помогу. Это понимаешь... Так, поставить метку вот сюда, да? Возможно, Льюис прячется в баре. А здесь у нас что? Так, как понять? Корабль, ага. Склад. Дом рыбаков. Так, городской порт. Окманта. А где мне его искать? Может, здесь? Журнал. Хорошо, знания, фотография, трофея. Что тут происходит? Ага. Очень интересно, но еще непонятно.
все улики найдены. Это мне бежать на зеленую метку или куда мне бежать? Ладно, давайте сбегаем, давайте посмотрим. Или я что-то не понимаю. Так, тут вообще есть? Бонжур? А теперь убирайтесь. Понятно, понятно. А если я попробую у него пульку стрельнуть? Интересно, мне что-то за это будет или нет? Так, ребят, давайте, наверное, знаете что? Я предлагаю в следующей серии уже разбираться, что здесь происходит. И куда нам тут надо будет идти? Не делайте глупостей и держите руки на виду. Да без проблем. Так, я тут видел каких-то странных тварей. Мистер Мортон, я тут кое-что видел. Ну что еще? Говорите быстрее. Я видел каких-то странных существ. Они вели себя не очень дружелюбно. Это был Wild Beast. Я удивлен, что вы остались живы, мистер Рид. Эти твари появились в городе после потопа. Я приказал их изучить, но выяснить мало что удалось. Они агрессивны, но, к счастью, не бессмертны. Их можно застрелить. Да, это я уже понял. Постарайтесь их избегать, если это возможно. А если не получится, держите оружие наготове. Счастливо. Без проблем. Так, все. Ребят, как говорится, всем счастливо, всем пока-пока, да потом, и в следующей серии будет уже следующая серия. Будем потом разбираться, куда нам нужно будет с вами идти. Так, тут что-то есть, тут ничего нету. Потому что реально, я что-то пока не понимаю, что здесь у нас с вами происходит и с чего нужно делать. В принципе, немножко, конечно, разобрался с этими, со всеми вот этими вот штуками. Но думаю, дальше будет немножечко полегче. Так что все. Всем мур-мур и до потом.